Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Ой, а еще я, Василиса, целую коробку цветов засушил летом. Ну, для гербария. Отлично. А я еще... Минуточку. Здравствуйте, ребята. А вы не хотите поздороваться? Здрасте, ребята. Здрасте, ребята. Смотрите, а Веснушка-то уже здесь. Веснушка! Ой, здравствуйте. Веснушка, Веснушка, убирай все. У нас урок начинается. Как? А я еще не закончила. Можно мне еще минуточку? Ну, мне совсем-совсем чуточку надо дорисовать. Веснушка. Сейчас, сейчас. Она никогда не остановится. Она, если что-то начала... Да, так все. Веснушка, хватит, урок начинается. А давайте мы все вместе дорисуем рисунок Веснушки. Почему это вместе? Ну, ты подумай. Ребята ждут, мы ждем. Нам скучно ничего не делать. Ну, давайте. Василиса, а мы что, заниматься не будем? А мы вот прямо на этом рисунке и будем сейчас учить новую букву. Тем более, что Веснушка ее нам уже нарисовала. Как это? Где? Я? Да. Нарисовала букву? Конечно, вот она. Ой, так это же буква же. Верно. Никакая это не буква. Это самый настоящий жук. Да, если вы хотите сказать, что я не умею рисовать жуков, то... Мы хотим сказать только то, что буква Ж очень похожа на жука, которого ты очень хорошо нарисовала. Правда? Значит, это буква Ж? Да, буква Ж. А звук, который прячется в этой букве, это звук Ж. Ж. Совсем как жук жужжит. Вот, наверное, потому она на жука-то и похожа. А мы хотели дорисовать мой рисунок. А мы сейчас этим и займемся. Так, домик, лягушка, тетенька. Ты не против, Веснушка, чтобы они оказались на твоем рисунке? Нет, так стало даже еще красивей. И не только. А что еще? А, я понял. Я думаю, тут игра какая-то спрятана, да? И правильно думаешь, Зубок. Игра? Какая игра? Неужели не догадываетесь? Мы ведь с вами играем в букву Ж. Ну да, ну... Ну, в словах домик, лягушка, тетенька нет буквы Ж. Ага. В этих словах нет. А если подумать... Подумать? О чем? Мы играем в букву Ж. Ну, ну не хотите же вы, чтобы я говорил «ж-лягушка», «ж-дом»? Жаба! Что жаба? Это не лягушка, а жаба. И тогда игра получается про букву «Ж». Молодец, Зубок. А, понятно, значит, надо придумать, как надо назвать то, что нарисовано, но другими словами, чтобы все начиналось с буквы «Ж». Совершенно верно. Ну и как можно назвать тетеньку и дом другими словами? Я думаю, это не тетенька, а женщина. И правильно думаешь, Веснушка. Ну вот, все отгадали, а я? Я не знаю никакого дома на букву «Ж». Я знаю избу, палатку, шалаш, даже вигвам знаю. Но это все не то. А я тебе чуть-чуть подскажу. Вот скажи, что люди делают в избе, в доме, в вигваме? Да много чего. Ну, в общем, живут. Верно. А то место, где живут люди, еще называют жили. Жилище! О, здорово! А еще? А что это там? Кто это? Ой, чудо.
Я думаю, путаница какая-то. Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме. Там ползет зеленый лук с длинными усами. Это все Маша перепутала от страха. Да-да, не лук ползет, а жук. Верно, конечно, жук. Лук ползать не может. Вот и все. Вот какой интересный урок нам устроил Веснушкин рисунок. А теперь? А теперь мы должны сделать эту новую букву. Букву Ж. Ж, 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 Ж. Знаем букву Ж уже. И писать умеем тоже. На жука она похожа. Только буква не бежит, но зато как жук жужжит. Ж, Ж, Ж. Не забывайте ее, ребята, и до новых встреч на уроках русского языка!